что такое элитная недвижимость? Это не просто квадратные метры, а образ жизни. Параметров, критериев элитной недвижимости очень много, поэтому объектов, которые на все 100% соответствуют определению элитной недвижимости, у нас в Новосибирске мало. Спрос на элитное жилье в столице Сибири существенно превышает предложение. И сегодня застройщики, учитывая эту ситуацию, увеличивают объемы строительства таких премиальных объектов. Говоря об элитном формате, мы имеем в виду в первую очередь две категории жилья – дома в коттеджных поселках и городские квартиры. В отдельную категорию можно также выделить пентхаусы. Есть несколько параметров, которым должно соответствовать элитное жилье в многоэтажных жилых комплексах. В первую очередь, это местоположение дома с хорошей транспортной доступностью в центральной части города, деловом районе или экологически благополучном месте. Близость к престижным учебным заведениям, театрам, торговым, бизнес- и фитнес-центрам. Площадь в среднем около 100 квадратных метров. Благоустроенный закрытый двор. Паркинг. Лучше подземный, с выходом в подъезд. Входная группа с гостевой зоной. Полноценная служба охраны, это не только консьерж. Эксклюзивный проект. Высокое качество строительных работ и материалов. Элитный контингент жильцов и клубный принцип проживания. И другие параметры, например, вид из окна. Все это закладывается еще на этапе строительства, что и определяет уровень цен. В Новосибирске максимально соответствует этим требованиям на сегодняшний день ЖК «Монблан» и «Ричмонд» в центре, «Жуковка» и «Флора и фауна» в Зайцовском районе и несколько проектов в Академгородке. Элитного жилья по определению не может быть много, а вот бизнес-класс в Новосибирске активно строится и пользуется гораздо большим спросом, чем в соседних областных центрах – Томске, Омске, Кемерове, Барнауле. Причина понятна – Новосибирск – город бизнеса, столица федерального округа, транспортный хаб, научный и культурный центр Сибири. Помимо элитных многоквартирных жилых комплексов, еще категория премиум-жилья – это коттеджи. Здесь разнообразие существенно выше, чем у квартир, по размеру домов, стоимости, расположению. Сегодня идеальный элитный коттедж – это дом с качественной отделкой, без излишеств, в стиле минимализма и хай-тек, площадью 250-400 квадратных метров и участком от 10 соток и более. При этом нет ранее востребованных опций, таких как бассейн или теннисный корт, так как появилось много фешенебельных фитнес-центров пешей и транспортной доступности. Цены на элитные коттеджи начинаются от 25 миллионов рублей. Они зависят, конечно же, от множества параметров – площади, материала дома и других. Но в первую очередь существенное влияние оказывает его расположение. Самым дорогим городским районом в части коттеджных поселков остается Зайцовский район. А среди сельских районов по ценам на землю лидирует пригородная зона. Это южное и северное направления вверх и вниз по Оби. От Морозова и Нового поселка на юге до Мочище и Красного Яра на севере. Чуть дешевле ордынское направление. На рынке недвижимости Новосибирска появляются объекты очень высокой стоимости и за 150 миллионов. Но в поле зрения большинства они не попадают. Продавать их, конечно, непросто, поэтому и был создан жилфонд «Премиум» – отдел, специализирующийся на продаже элитной недвижимости. Рынок коттеджей и домов намного шире и разнообразнее рынка квартир. Поэтому необходимо понимать, что каждая сделка – это тонкая филигранная работа. Каждому объекту требуется индивидуальный подход. Нужно знать, где, когда и как рекламировать объект, какие у него особенности, какие преимущества могут заинтересовать потенциальных покупателей. Мы с вами в Зайцовском районе, в элитном коттеджном поселке Ельцовка, который расположен в Сосновом Бору в экологически чистом месте. И здесь каждый объект можно отнести к категории элитного жилья. Смотрите сами, вокруг сколько архитектурных шедевров. Предложения о продаже таких объектов редко поступают на рынок, но у нас как раз есть вашему вниманию один из них. В 100 метрах от реки и пляжа. Прекрасный двухэтажный коттедж с отличным ремонтом европейского уровня. Станет для кого-то отличным приобретением. Здесь все продумано до мелочей.
Дом полностью укомплектован шикарной мебелью, дорогой техникой. Капитальный гараж на две машины. Зона барбекю, ландшафтный дизайн с вековыми соснами. Красивая жизнь в красивом месте. Покупайте и живите счастливо! После того, как вы выбрали понравившийся вариант коттеджа или участка, впереди еще непростая часть работы по юридическому оформлению. Ведь нередко встречаются трудности с документами. Это касается и неоформленных прав, и уже зарегистрированных, ошибки в кадастровых документах, нарушения границ участков, несоблюдение нормативов при строительстве дома и привязки его к участку. Но специалисты «Жилфонд Премиум» отлично разбираются во всех вопросах элитной недвижимости и справляются с такими задачами. Наша команда риэлторов с большим опытом работы владеет современными технологиями продаж элитной недвижимости. В нашем распоряжении эксклюзивные рекламные возможности и большая база потенциальных клиентов. Все юридические вопросы решает юрист самой высокой квалификации, поэтому эффективность продаж «Жилфонд Премиум» на самом высоком уровне. По любым вопросам, связанным с оформлением, продажей или покупкой элитной недвижимости, звоните по телефону 230-42-88 или приезжайте к нам в офис на Красном проспекте, 14. Мы сэкономим ваши нервы, время и деньги.